Всем привет! Сегодня будет спортивная тема. Сегодня я сделаю планку. Постараюсь, как смогу, долго. Ты должна показать, чтобы секундомер было видно, чтобы видно, что я не филоню. Так, вот сейчас по нулям. Пошел. Ну, времени займет немного. Мам, ты должна показывать так, что, ну, что я не химичу. Время, чтобы, ну, далеко не уводить. И то, что я жопу не поднимаю и не опускаю так ровно. Вот. Это упражнение, ну, я в интернете увидел, что помогает для спины позвоночник, чтобы не болел. Ну, не знаю, вроде бы, да. Вот. Кого это не интересует, сразу выключайте или перематывайте. Я не знаю, сколько продержусь, но не больше 3 минут. Так ты не трать энергию, не разговаривай. Ну, пока мне не сложно. Вот. Результат для простого обывателя, ну, где-то минуты 2, это уже очень неплохо. Вот. Это, ну, если мои сослуживцы кто-то увидит, пусть повторят. Это называется как? Челлендж. Да? Минута. У меня результат немножко лучше получается, когда это на камеру. Ну а что? Она мне сочувствует. Ну расскажи что-нибудь, мам, чтобы время не терять. Ну что рассказать? Нет, ну ты поводи камерой. Достаточно тяжело планку делать. Я когда только начинала, вот после длительного перерыва занятия, вообще не могла стоять ни минуты. Достаточно тяжело. Мышцы должны быть подтянуты все равно. Сколько у нас уже по времени? Почти 2 минуты. Лучше поначалу на время не смотреть, а то тяжелее. Все. И что хочу сказать. Вот в этом случае даже не столько мышцы, может быть, или там сил, сколько в мозгах. Хочется, ну его нафиг, в следующий раз. Расслабиться. То есть это как, центральная нервная система отказывает, не хочет. Две с половиной. Ну, 3 нормально. А? 3 много это. Ну да, для, ну, для обычного человека. Есть, конечно, рекорды огромные там время. Я 3 минуты не могу выстоять. Да, 3 минуты. Это очень хороший. Я доволен таким результатом. Вот он сейчас будет. Ну что, держаться еще? Ну, 3 минуты хватит, наверное. 3 минуты есть. Ну ладно, для начала. 3 минуты. Кто повторит, делитесь. Покажи время. Все, я встаю. 3:10. Хорошо, вставай. Опа. То есть на 4 можно уже пойти. Физкульт-привет из солнечной Аргентины. До следующего видео.